Меня зовут Марина, я экскурсовод, я журналист, я занимаюсь неформальным образованием, а еще я очень люблю литературу, и как раз об этом я предлагаю нам с вами поговорить. Конечно, мы поговорим не про всю литературу, мы поговорим про двух девушек, которые мне показались очень интересными как раз своей непохожестью, несмотря на то, что они творили в одни и те же годы. Они творили на том самом сефардском иврите, которым мы пользуемся сейчас, а тогда это было совсем нетривиально. Они обе с Волги, они обе одинаково любили озеро Кинерет и даже похоронены рядом на соседних могилах. Но одна из них была такая роковая женщина, которая разбивала сердца, шла гордо по жизни, другая была всю жизнь замужем за одним мужчиной. При этом, по мнению злых языков, одна из них как раз построила карьеру за счет мужчин. И это не та, которая разбивала сердца. Одна из них была из еврейской семьи, с еврейскими традициями, с еврейской фамилией. Другая – дочка православного священника по фамилии Жиркова. Но, собственно, все, что я говорю сейчас, вы можете прочитать в Википедии. Поэтому я предлагаю нам с вами в такой неформальной обстановке, в баре, за бокальчиком вина или еще чего-нибудь, как раз приоткрыть потаенные страницы их жизни и поговорить, что повлияло на их творчество, какие романы, какие тонкости, что происходило в этот момент в стране. В общем, приходите, будет интересно.